Владимир Путин вышел на лед в товарищеском матче ночной хоккейной лиги. Он состоялся накануне поздно вечером на катке на Красной площади у стен Кремля. Вместе с президентом в матче участвовали министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, прославленные хоккеисты Вячеслав Фетисов и Павел Буре, саксофонист Игорь Бутман. Глава государства по традиции играл под номером 11. За матчем наблюдали сотни людей, которые вечером гуляли в центре столицы. В перерыве между периодами президент вместе с другими хоккеистами пил чай. Ночная хоккейная лига, напомню, была создана в 2011 году по инициативе Владимира Путина. Она объединила любительские команды, которые, как правило, тренировались и играли друг с другом поздно-поздно вечером после работы. Отсюда и название «Ночная лига».